Наш город. Наше радио. Краснодар. 104.7 FM. Наше радио. Одно и навсегда. 50-е годы для Америки признаны периодом расцвета автомобильного дизайна. Бензин был дешев, и можно было, не стесняясь, проектировать автомобили любых размеров. Эпоха рок-н-ролла и свободной любви порождала стальных друзей себе под стать. Вальяжных, роскошных, подчеркнуто декоративных. Таких, как Cadillac Fleetwood. Выполненный по всем канонам аэростиля, Fleetwood имеет почти идеальную прорисовку кузовных линий. Особый интерес вызывает пластическое решение заднего крыла. Найденные линии киля и форма заднего бампера напоминают хвостовое оперение истребителя. Искусственно удлиненный задний свес не несет никакой функциональной нагрузки, но, как и другие декоративные элементы, призваны сделать облик автомобиля загадочным. Fleetwood имеет великолепное украшение из многоярусных молдингов и буквально ломится от количества хромированных вставок. Передняя облицовка радиатора насчитывает 128 гильзообразных блестящих сегментов. И, конечно, тогдашний писк моды. Сдвоенные фары, прикрытые хромированной бровью. Однако сверкающее великолепие скрывает немаловажный факт. Линии капота и крыльев объединены и образуют единую плоскость. Это первый намек, что на смену аэродизайну уже торопится линейный конструктивизм. А пока еще предпочтение отдают изогнутым формам. Ветровое стекло панорамное, а обзор сквозь него превосходный. И хотя дворники справляются плохо с поверхностью столь сложной кривизны, сама идея еще будет использоваться не единожды. Cadillac Fleetwood обладает самым совершенным для своего времени двигателем. Его объем равняется почти 6 литрам и имеет мощность 310 лошадиных сил. Fleetwood развивает скорость 160 км в час, однако разгоняется он, как, впрочем, и тормозит, крайне неохотно и неторопливо. Скрупулезная проработка любых внешних и внутренних деталей переводила Fleetwood в разряд дорогих игрушек. Ведь недаром половина американских девушек тех лет желала получить свой первый сексуальный опыт в салоне именно такого Кадиллака. Факт этот зафиксирован и часто используется в рекламных целях. И, честно сказать, там есть где развернуться. Размеры салона контролировал шеф-дизайнер отделения Cadillac Харли Эрл. Человек огромного роста, он просто ненавидел тесные машины. И на правах автора кадиллаковского стиля делал такие размеры салона, какие хотел. Исторически сложилось так, что американским символом конца 50-х стал розовый Cadillac DeVille. Король рок-н-ролла перекрасил свой белый автомобиль в цвет раздавленных на капоте виноградин. Но дело в том, что DeVille и Fleetwood — это практически одна и та же модель, с единственной разницей в наличии центральных стоек крыши.